Обязательное сезонное содержание, чтобы качество дорог не снижалось. С таким подходом служба благоустройства ежедневно расчищает Самару от снега. В центре внимания специалистов профильных предприятий не только пешеходные зоны, остановочные пункты и социальные объекты, но и проезжая часть. В особенности те участки, которые отремонтировали на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В прошлом году обновили порядка 37 маршрутов. Чтобы эффективно расчистить проезжую часть, используют крупногабаритную технику. Основная сила здесь – самосвалы и тракторы. Во время расчистки, то есть как бы механизаторы стараются более аккуратно проводить уборку, чтобы не повредить уложенное покрытие проезжей части своим навесным оборудованием. То есть это металлическими ножами, отвалом, ковшом. То есть это происходит все аккуратно делается. В прошлом году улицу Народную в Куйбышевском районе отремонтировали на участке от Шоссейной до Обувной. Протяженность составила более 19 тысяч квадратных метров. Этот маршрут – один из основных в поселке Сухая Самарка. Ходит здесь и транспорт в микрорайон Волгарь. Специалисты следят за содержанием как проезжей части, так и пешеходных зон. Где техника не проедет, за дело берутся рабочие с лопатами. С тротуара убирают наледь, обрабатывают противогололедными средствами. Ручной труд всегда ценился, поэтому руками лучше делаешь, чем техника. Техника вон и оставляет тоже за собой. А руками всегда все чище получается. Всего с начала сезона с улиц Самары службы вывезли более 135 тысяч тонн снега. Только за прошедшие сутки цифра превысила 3400 тонн. Ночью в городе работали 107 человек и 185 единиц техники. А днем задействовали 230 спецмашин и порядка 3300 уборщиков и дворников. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.